Продолжаем встречать это утро, и проснувшись, вы наверняка уже думаете, а чем бы позавтракать? Кто-то начинает свой завтрак с бутерброда, кто-то со вчерашнего приготовленного, ну а кто-то с овощей. Что же полезнее для нашего организма, расскажет наш эксперт-нутрициолог Ольга Кононович. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте разберемся, кто такой нутрициолог и для чего он нужен. Нутрициолог – это специалист по питанию, консультант по здоровому питанию, человек, который помогает людям составлять сбалансированный рацион, обучает их этому. Почему человек не в состоянии самостоятельно это сделать, тем более, что есть интернет сейчас практически везде? Тема питания сейчас овеяна множеством мифов, и есть много заблуждений в этой теме, информации очень много, и порой человеку тяжело самому разобраться в этом потоке информации. Нутрициолог может показать нужное направление. Так, то есть утром проснувшись, открываю холодильник, значит, набираю вам и говорю: Ольга, мне нужна срочно помощь. Что из этого можно, что нельзя? Так это работает? Примерно так. Вот с понедельника, да, человек решает: я начинаю более здорово питаться и приходить в форму. И первая мысль какая? Надо исключить какие-то продукты. Какие же продукты исключают? Чаще всего исключают что? Хлеб. Я не буду есть хлеб. Исключают хлеб, исключают картофель, макароны, например, так? Но это, вот, кстати, один из мифов и заблуждений. Эти продукты есть можно, даже если ты решил постройнеть. Есть продукты, которые мы реально должны исключить из своего рациона. Что же это? Пункт первый. Это недоброкачественные продукты, которые имеют неприятный запах, признаки брожения, плесень, например. Так, стоять. Я думал, это не про сыр. Это не про сыр. Я думал, в принципе, такие продукты не стоит есть. Сыр очень-очень верно. Кстати, я сейчас хотела про это и рассказать про сыр, потому что это сразу же резонный вопрос. Сыр, который мы покупаем в магазине с плесенью, это технология производства сыр с плесенью, это отлично, это можно, мы это употребляем в пищу. А если у вас сыр забыт на дальней полочке в холодильнике, плесень на нем выросла сама, то вот это как раз-таки тот продукт, который мы в пищу не употребляем. В народе живет, знаете, такое, это вот уже, наверное, на генетическом уровне заложенная такая бережливость, да, что нельзя выбросить. Выбросить нельзя, да. И мне часто задают вопрос, а что же делать? Ну, я отвечаю обычно так, что времена дефицита прошли, вы можете примерно понимать, какое количество продуктов вы съедаете, закупать нужное количество, не запасаться впрок, чтобы потом не было жалко выбросить или чтобы не съедать просроченно. Так, это первое. Я считаю, что этот, в принципе, пункт подойдет и для людей, желающих похудеть, и для всех людей. Да, конечно. Хорошо. А для тех, кто занялся своим здоровьем, питанием, возможно, спортом, что делать дальше? Далее. Что мы не употребляем в пищу? Не употребляем в пищу продукты недоброкачественные, которые, например, нарушена технология производства или нарушены условия хранения, температурный режим. Это тоже не едим. Далее мы не едим продукты, которые имеют повреждение упаковки. Если вздута там крышка, например, или повреждена упаковка картонная, или баночка треснула, то есть это мы не едим. Вот. И последний пункт, если есть индивидуальная непереносимость, то есть пищевая аллергия. Например, аллергия на орехи? Не ем орехи, выбираю какой-то другой продукт. Вот. Собственно, это все пункты, на которые можно сказать 100% нет. Это мы не едим. А как вы составляете индивидуальный план для питания каждого человека? Например, вот вы изучаете задачи или, может быть, анализы конкретного человека? Физическое состояние, да. Его какие-то, да. Нутрициолог это специалист, который работает со здоровыми людьми. Угу. Диетолог это врач, который лечит. Нутрициолог занимается профилактикой. И нутрициолог не составляет какой-то вот прям конкретный рацион по продуктам. Он дает человеку информацию, владея которой он может ориентироваться в своем рационе, в своем холодильнике, ориентироваться в магазине и, имея эту информацию, сам себе подбирать рацион. И это очень удобно, когда у тебя не списочек какой-то, вот в 9:00 съесть овсянку, да, а когда ты понимаешь это, и человек сам может формировать. Как я понимаю, нутрициолог – это тот человек, который делает все возможное, чтобы у диетолога не было работы и клиентов. Ну, по сути, да. Какая интересная профессия.
возвращаясь к теме, что нельзя есть, нужно помнить, что нет запрещенных продуктов, нет разрешенных продуктов. Важна их доза, потому что все есть яд и все есть лекарства. Ольга, спасибо вам за эти советы. Не сомневаюсь, они обязательно пригодятся нашим телезрителям. И все мы будем питаться здорово и здорово. Ну, а я напомню, у нас в гостях была Ольга Кононович, специалист по правильному питанию, нутрициолог. Хорошего дня. Спасибо.